молоденький. Лоб начинает малиновый цвет набирать. Видно, за глазами еще рыжий. А лоб уже малиновый. Экраны на хвосте маленькие. Ну, как я думаю, это птица этого года выпуска. Мы ее пока оставим. Посмотрим, что у нас сегодня еще будет. Вот вторая самка была красивая, но она, к сожалению, выскочила, когда я ее из мешочка вынимал. А вот эта третья самка, ну, третья птица, то есть один самец и две самочки. Пока с этими разбирался, еще один прилетел. Он с ними изначально был, но он ушел, потом вернулся. Тут что-то поинтереснее. Сейчас посмотрим. Четверячок. Самчишка. И есть один приятный момент. Белая точка. Белобородый. Но я думаю, этого тоже можно, в принципе, оставить. Интересный. Посмотрим. Доброе утро, птицеловы и все любители певчих птиц. Я сегодня закрываю год. Дальше погода ничего хорошего не обещает, поэтому последний выход в этом году, ребята, сегодня. Ну и я вышел в одного и на свое любимое место, в сосны, погонять щеголов. Ну и манного своего послушать. А то дома он все так же партизански молчит. Один день что-то пытался расчирикиваться, но так и не запел. А здесь поет. Кого услышит, сразу поет. Вот поймал уже двух. Один, ну, один обычный, второй с белой бородкой, с белой точкой. Поинтереснее. Вот, двух самок выпустил. Погода отличная. Ветер 1-2 метра, тишина, красота. Ну, птицы мало, конечно. Хотелось бы больше. Но всегда хочется больше. Ну и за то, что есть, все равно благодарны. Так что вот так, ребята. Всех с наступающим. Сидим, ловим дальше. Вот еще влетел чеч. Как бы ничего необычного, да, чечетка и чечетка.